потратил запас групп и вложил свои 5 минут, потому что действительно ребятам нужно зарядиться эмоциями от болельщиков. Они видят, что у нас есть болельщики, которые хотят видеть команду, которая должна быть и которая должна выходить и биться. Ну, сегодня он еще не тренировался, надеемся, завтра будет лучше. То есть он есть где-то, да? Конечно, мы надеемся, что он будет. Откройте секрет, возможно ли от исхода матча Кубка зависит ваша карьера как главного тренера? Нет, я никаких секретов не держу. Я работаю, стараюсь работать, что будет дальше решать президент. А что вам более интересно, вступить в Сайгон первым Динамо или показывать его Кубку? Я даже вроде сейчас не жоли, по-моему. Я еще раз говорю, у меня контракт с клубом. Как решить президент? Для вас ваш матч любой тренер, наверное, любой футболист готовится к каждому конкретному матчу. Сейчас я не думаю о трофее, я думаю, как победить Шахтер, как правильно построить тактику, как правильно ребятам что-то донести, чтобы это им помогло на футбольном поле. А выиграем трофей, не выиграем. Главное выходить, бороться и знать, за счет чего мы можем обыграть Шахтер. Спасибо. Спасибо. Удачи вам. Спасибо.